Северной Осетии выпустили на волю трех переднеазиатских леопардов. С 2020 года Лео, Хоста и Лаура жили в центре восстановления Сочинского национального парка. Леопарды прошли специальное обучение, которое позволит им выжить в дикой природе. По результатам всех исследований они абсолютно здоровы. По заключениям биологов, они готовы к выпуску, умеют охотиться, боятся людей. Перед выпуском леопардов усыпили и надели на них специальные спутниковые ошейники, с помощью которых можно отслеживать местоположение и активность животных. Перевозили леопардов в специальных клетках на вертолетах. Замечательно, что сейчас на территории есть и самцы, и самки. И, конечно же, следующий очередной этап – это получение приплода в дикой природе. За последние 6 лет специалисты уже 4-й раз выпускают в дикую природу леопардов. Таким образом, они пытаются сохранить популяцию этих краснокнижных животных.